Здравствуйте, товарищи. Едем катать магию. Сегодня у нас простая программа. Едем катать ладер. Новой сборкой войноты. Войнота, которая трехцветная. Неплохо себя показывает в турнирах. Особенно. Например, на прошлых выходных Star City Games, ну, который двухэтапный турнир, выиграла войнота. Ну там второй уровень, который там на деньги игрался. Там в целом и сайклинг кое-где пробивался. Но что-то уж больно тяжко сайклинг идет, на мой взгляд. Поэтому сегодня будем учиться играть новой войнотой. Поехали. Деклист я взял ровно с того турнира Star City Games. Прошлые выходные, который нам уже прям с денежными призами игрался. Просто он взял колоду войноты, которая там первое место заняла. Соответственно, прежде чем лезть на турнир, надо партии 10 колодой сыграть, если не больше. Софет. Там джиганта, да? Какие-нибудь пожертвования там. У нас в целом нормально. То есть Джаспера Сентинел. На второй ход еще Джаспера Сентинел. На третий ход войноты 2 в атаку. Как-то так. Так, ну поехали. Ланаварские эльфы. Ой, нет, пардон. Джаспер Сентинел. Ага, это пожертвование. Ну, тут нам могут, конечно, потырить сентинелов. Что неприятно. Claim the Firstborn. У нас забирают одного из сентинелов наших. С войнотой ему будет тяжелее бороться. А Crown War в следующий ход он еще не сыграет. Я не хочу, чтобы он Минск забрал. Ну, давайте попробуем с войнотой раздать. А, блин, там оба сентинела повернулись. Ну да, вот ровно поэтому и надо поиграть перед турниром декой, потому что еще не до конца все понимаешь, как что тут работает. Вустрайдер. Нам на это вообще пофиг, мы сейчас... 3 триггера с войноты сгенерируем. Байндер пойдет. Крон Вор нам не нужен. Ну, там дальше решили не играть. На самом деле зря. На самом деле вот эта сборка войноты. У нас людей, которых мы можем поднять. Блейд Хисториан и Кенрис. Их не так много на самом деле. Вот оппонент зря сдался. Я в те выходные играл против войноты. Там вообще с трех триггеров я там даже не умер один раз. И сайклингом обыграл. Так что зря тут оппонент. Так, ну ладно. Соперник играет там пожертвованием. Именсром Предитор там был, да? Можем Клотиса взять.
Редейн, Редейн. Магистрат ему в целом Escape запретит. Он же наверняка Крокса играет. Ладно, поехали. Кстати, да, господа, я что-то совсем забыл чат себе включить. Пока оппонент тут думает, пока залогинюсь на телефоне. В чат. Так, ну вот эта штука нам красную ваду добудет. В целом все, что надо, есть на руке. Сейчас, господа, мне тут надо чуть-чуть потупить. А то я без чата останусь. Так, ну окей, поехали, кобра. Кобру же потырят там. Ладно, пусть тырят. Сейчас могут Claim the Firstborn в кобру и ее же пожертвовать, нас выпороть. Будет не очень приятно. Но если это не сделают, мы сможем Вайноту воткнуть на следующий ход и даже один триггер с нее получим. Окей, что-то там не видать Claim the Firstborn. Кстати, магистрата можем Bonecrusher Giant выключить. Я думаю, да, мы пойдем, поступим вот так. Там Bonecrusher Giant не сыграют. Собака у нас потенциальный триггер для Вайноты на следующий ход. Плюс, если собака выживет, мы можем спеллбайндера на следующий ход воткнуть. И... В общем, я думаю, спеллбайндер в этот ход был не самым лучшим решением. Забрать магистрата. Не, ну окей. Один триггер Вайноты это вообще ни о чем на самом деле. То есть вот штуки 3 уже убивают. Блин, он Валки, если сыграет, он Вайноту заберет. Причем он его полюбас сыграет.
Вообще, может быть, стоило бы он Крашу Джайантов посадить. Ну тут все проблема игры с этими неметовыми деками, что там... Против них иногда непонятно, что сайдить, потому что вообще... Черт бы его знал, что там в деке лежит. Ну хьюманов у него в деке вообще не должно быть. Кто у него там может быть хьюман в деке? Ну, это хорошие новости. Мы сейчас получим 3 триггера своей ноты. Ну все, что он может сыграть за одну красную ману, это Spike Hazard. Прибить там одну кобру, например. Но это надо было раньше делать, до того, как мы в атаку пошли. Потому что здесь на кобру пофиг, нам главное... Главное триггеры свои ноты получить и найти Блейд Хисториана. А вот и он. Ну это ГГ. Там только со спалбайндеров 18 урона идет. Каждый по 6, и их трое. Сколько всего урона? 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24 урона. Окей. Жесткая, жесткая войнота. В общем, сегодня катаем войноты. Завтра с утра турнир Star City Games. Пробую ей катать. И на Arena Open я тоже думаю с ней попробую заехать. Поехали. Мем тетл. Так, есть кобра, но ни черта вообще нет. Я бы смулиганился. Я вот в эту руку не верю. Вот эту больше верю. Так, у нас белой маны нет, да? Можем собаку убрать.
Можем что инкипера влепить, что кобру, мы на следующий ход войну-то можем поставить. Давайте кобру. А, ну в чем разница с инкипера и кобры? Инкипер нам гарантирует. А вот если кобру прибьют, то мы не поставим на следующий ход войну-то. Ну все, на следующий ход мы гарантированную войну-то ставим. Получаем гарантированно два триггера с нее. Максимум, что может сделать оппонент, это глаз каскет или... Поставить глаз каскет или... Skyclave Parishion. Будет лечиться. Окей. Это неприятно. Но с трех триггеров на войноте мы можем 24 урона снять. На самом деле. Да, вот в этом и есть проблема этой деки, что тут людей на самом деле не так много. Но с другой стороны, эта дека неплохо решает задачу, а что делать, если войнота не пришла? Так, монобелый. Причем снежный. Редейм против него взять. Редейм Бонкрашер Джайанта. А Крон Вор можно было брать на самом деле. Две маны. Джаспер Сентинел за первую ману. А, три маны на самом деле. Можно попробовать оставить. Редейн. Ладно. Можем попробовать это сыграть. Джаспер Сентинел на третий ход Редейн. Это аспирант, окей. Да, неприятно.
капец, нам сейчас тут наваляют. Давайте замедлим оппонента, чтобы земли хотя бы тапнутые входили в игру. Рис, почему в прошлый ход вообще ничего не играл? Не, мы спеллбайндера должны играть, иначе там вешают Shadow Spear на спеллбайндер и убивают нас. А, не, у нас редейн есть. Giant Killer, да? Giant Killer там лежит нашу войноту прибивать. Вот почему он ману там не тапил. Ну ладно, окей, мы выиграем, когда мы первыми ходим. Так что не страшно. Я вот не знаю, можно Акрон Ворда же взять один.
Рейнджер класс на второй ход. Третий ход мана. Можно попробовать. У нас был вариант поставить Инкипер и на следующий ход получить один триггер с Вайнопы. Но я думаю, это не так важно. То, что у нас сейчас на столе, дает 3 триггера в Вайноте. Окей, забрали рейнджер класс. Окей, окей. А это уже 5 триггеров. Блин, неприятно. Вайноту сейчас уберет спеллбайндер. Нам одной маны будет не хватать на нее. Пожадничал я, можно сказать. Воткнуть редейн как Валкмиру. Так, чисто по приколу. Мы сейчас, блин, на следующий ход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну да, мы на следующий ход ставим Вайноту, у нас 6 триггеров, там мы просто всю колоду на стол поставим. Да, Вайнота, как обычно, сильна. Тиамат. Арена Open Day One. Стартует через 23 минуты. Или 23 часа. 23 часа, я так понимаю, да? Да, но через 23 часа стартует. То есть завтра в это время. Четыре алмазов, кстати, у нас есть. Что приятно. Можно драфт один скатать и попробовать на 2 арена опена накопить. Если вот 10 тысяч сюда добить, 10 тысяч денег. Еще один драфт, если хорошо откатать, можно
На 2 арена опана накопить. Ну ладно, поехали. Для того, чтобы деньги накопить, надо играть. Гардиан 92. Капец, у нас тут катавозок. Да я бы попробовал с этим поехать. Четвертому ходу, ну, есть шанс добрать еще одну ману. Вот так у нас там этот Минск ставится. Третьему ходу. Там жесткие мулиганы пошли. Два же мулигана оппонент взял. Интересно, красную гору поставил. А, нет. Она была тапнутая. Я уж испугался. Что он 3 жизни просто так отдал. Кобра. Против нас, походу, войнул-то такая же, как у нас. Так, а чё это? У нас сегодня пятница, да? Надо пятничное положение тела занять. О! Так-то поприятнее будет. Интересно, оппонент играет. Он думал, что мы на следующий ход войну-то поставим. Блин, чуваки, я потренироваться хотел. Как я вот так сейчас буду тренироваться? Ну, против нас полюбас войну-то. Мы берем Red Cup Mille, прибивать эту войноту, да больше нам особо ничего не надо тут. Вон Crash Giant это можно добрать на самом деле. Поехали. Ну можно в это сыграть, нам Джаспера Сентинел даст нужную ману. Чтобы все, что надо поставить на стол. Понятно, жалко, первый ходит. Вперед нас. На следующий ход у нас войнота с 3 триггерами. Если у оппонента сейчас не будет одной войноты с одним триггером. Нет, это инкипер. Давай, лотерея, о! С первого раза нашли. Отлично.
Ну, понятно, решил не доигрывать. Есть контакт! Да, бодрячком, бодрячком эта война-то идет. Ну, капец, я все равно до сих пор не понимаю полностью, как ей что играть. Белокрасная война-то я понимал, как играть. Белокрасная война-то на самом деле играется очень похоже на моно-вайт. Там, по сути, это моно-вайт, в который войну-то положили. А здесь прям совсем иные решения приходится принимать. Рейнджер классы вообще не понимаю. Так, ну мы денег почти накопили. Надо вот эту пятихатку заиметь. И мы сможем драфтик катануть. Юси Си. Как это вообще читается? Юци Цици? Юцици? Ну давай, рука. Мулиган. Это пойдет. Минска, но убираем. Все равно легендарный. И вообще нормально. На этом монорет там, кстати. Какой-то медленный монорет. Товарищ Маурицо, здравия желаю. Да, вот сидим, тестим трехцветную войноту. Там арена Open завтра будет, и еще там же где-то будет этот. Star City Games завтра турнир. Я вот подумал, что я на эти турниры хочу поехать катать войнотой. Ну, для этого надо тестировать новую войноту, учиться ей играть. Очень дорогой будет. Девар оппонента. И как успехи, какие матчапы. Ну, в прошлый раз, в прошлые выходные, мне во второй день соревнований не хватило одной победы пройти. То есть я три выиграл, три проиграл, а там в следующий день пускали при четырех победах турнир Star City Games. А так, какие матчапы будут, я не знаю. Там вот этот турнир Star City Games. Там есть отборочные турниры, и в воскресенье они катают турнир на деньги. Вот турнир на деньги эта война-то выиграла. Плюс каждый день она там в топ-10 какой-нибудь входила.
Сайклинг менее стабильно себя показывал, поэтому, ну, я чисто по статистике взял деку, которая мало того, что первое место заняла, так еще как-то мне знакома. Вот, ну, знакома она мне довольно условно. Потому как предыдущая войнота, которую я играл, которая бело-красная, она играется почти как мановайп. А вот это играется нифига не как мановайп. Ах, юмоны-то там есть? Благоразырич, первый чемпион. Сколько это? 4, 8, 10 урона. Мы выживаем. Нет, там... Не, мы не выживаем, там Римрок Найт играют и убивают нас. А, там еще и Эмбер Клифф. Не, похуй. Это мы не вытащим. Эмберклиф, Эмберклиф, очень рад, ну, Ред Капмили пойдет. Вот так вот это все пойдет. Банкраша Джайн тут вот эту мелочевку всю вообще нафиг прибивает. Ее может смело отчаливать. Думаю, котовозки здесь не так актуально. Кендрик точно не нужен. Как вот этот ник вообще читать? Юцицы? Дечка не из дешевых. Ну да, тут много всего редкого. Ну, мне нужно было скрафтить только Минска, на самом деле. Мне вот одной копии этого рейнджера не хватало с хомяком. Остальное все у меня было, вроде, более-менее. Так, ну ладно, поехали. Хотим первыми пойти. Ну, вроде как Джаспера Сентинел, Инкипер и два триггера с Вайноты на четвертый ход, если все это выживает. Попробуем. Ну, в общем, прям вот эта дека, я деклист полностью своровал. Эта дека кучу бабок в прошлые выходные выиграла. Но я не могу сказать, что дека прям вообще вот прям непобедимая. Ну, обычная войнота. Вид сбоку.
Давай, что у тебя на руке? О, Монорет решил не доигрывать. Минкс и Бу мемные персонажи в Neverwinter. Помню их линейку квестов. Ну, я из Neverwinter, я вот в игру Neverwinter Nights не играл. Я вот только книги художественные Роберта Сальватора читал, там Neverwinter фигурировал, но Минкс и Бу, по-моему, там не было. Но это, видимо, в целом какие-то персонажи из ДНД, видимо, не только из Neverwinter Nights. Ну, мы можем этим сыграть, на самом деле. Рейнджер тут в кривую неплохо идет. Рейнджер класс поставим. Чарджер. И чемпион. Римрук Найт. Прям хардкастом. Нормально мы тут. Фростбайт, Эмберклиф. Что, он на следующий ход Эмберклиф? Не, у него красной маны нет. Но если он берет красную ману, то пипец. Не, короче, убираем Эмберклиф. Фростбайт он и так сыграет. Ребятки не идут в атаку, стоят, ждут выхода вайноты. Вообще хочу я блокировать. Допустим, то. Не, Эмберклиф он не сыграет. Прям вообще никак не играет Эмберклиф. Там нет еще одной красной маны. Я не буду это блокировать. Мы на следующий ход ставим вайноту и, может быть, даже выигрываем. Он краш отжает, окей. В целом могу какой-нибудь следующий ход мощный подготовить. Поставить Проспера Сенкипера. Проапгрейдить Рейнджер класс. Можем попробовать прямо сейчас с вами ноты раздать. Давайте пробовать. Мне кажется, хорошее сейчас окно. Блэйд история. Нас же не убьют, да? Если вот сейчас там Эмберклиф полетит в Римрок Найта, например. Он 4, 5, 10.
12. Да, нас не убивают, даже если там красная мана, Эмбер Клифф и Мрукнайта. Ред Кап Мири, но это уже не важно. Войнота достала нам все, что надо. Все, что мы хотели. Можно было селфлесс сейвера, конечно, отдать. Это я протупил. Я уже сижу на расслабоне. Потому что я вижу, что у нас Ред Кап Мири играет и понимаю, что мы выиграли. По-хорошему надо было Selfless Saver пожертвовать, но я уже сижу, типа, пофиг. Окей, окей, ну, нормально так. Не, в целом тут понятно, как играть, как... Ну вот начинаешь путаться немного в механиках, когда войноты нету и нужно разрулить все рейнджер классом, Эсика Черио там, Минкском этим. Я сегодня косячил, там Минкс качает кричей только как сорсери. Он не умеет качать их на инстант скорости. Я сегодня в некоторых играх так лажал. Так, ну есть деньги на драфты. Это хорошо, это можно поднять алмазов на Arena Open. Что там в бустерах попалось? Давайте посмотрим. Culmination of Studies. Драколич. Ничего себе, у меня их не 4. Я думал, я всех 4 скрафтил Драколича. Асмодеус. Архидемон. Делина, Wild Mage. Кискай. Выглядит нормально. Ай, блин. А, нет. Не, все нормально. Деньги есть. Сначала Sentinel, на следующий ход собака. Что, против нас тоже войнота. Но мы первый ходим. Тут нам повезло. Похоже, против нас тоже войнота. А, не, это приключение, окей. Сентинел нам еще пригодится. Я не думаю, что этот приключенец как-то может прибить войноту. Просто ее тупо ставим и на следующий ход два триггера получаем. Просто вот так вот в наглую. Вот она войнота. Joiner of Forces. Абстракт Бист, окей. Поехали пощупаем оппонента.
Эмберклиф. А ему хватает, кстати, Эмберклиф на следующий ход кинуть, да? Он, правда, в атаку ловстракбистом не может пойти. Значит, Эмберклиф он не кидает на следующий ход. Да, Панин знает, что делает, убирает триггеры свои ноты. Война-то нам не нужна уже на самом деле была. Он заправит лавстрак без ста с блоком. Нормально. Он Крашер Джайанты, окей. Не, ну он может сейчас пойти всеми имя в атаку кинуть Эмберклиф один. Нанести там 14 урона. У нас слишком много жизни, чтобы за один забег убить. Ему, кстати, хватает Эмберклиф на блоки кинуть. Хардкастом. Но он все равно, даже если двух самых толстых крич блокирует, мы убиваем его. Коты ровно 8 наносят урона. Ему нужно трех крич блокировать. То есть это либо Эмберклиф и всего две кричи блокируются, либо двух блокировать и какой-то точечный ремувал. Интересно. Blade Historian помер и помер
не дал дабл страйк, второй удар не дал нанести. Надо это учитывать. Оппонента своя катавоска. Так, окей. Он тоже играет котовоской. Всякой дичью. Ну мы... Burning Hands берем. Crown War берем. Ну, даже вот так вот. Чё, там еще приключения играют, да? Бонкрашер Джайанты. Лавстрак Бесты. Можем магистратов взять на самом деле. Поехали. Ну давай, киски. Рейнджер класс, окей. При отсутствии белого цвета очень важно сейчас правильно сыграть вот это сокровище. Я думаю, это магистрат. Чтобы вытащить ему Бонкрашер Джайанта. Где наша белая мана? Нет, не она. Ладно, нас продолжают пороть.
Все еще не белая мана. Я думаю, проиграли тут. Поехали, решающую третью. Думаю, вот это можно попробовать. Магистрат. Магистрат ушел. Я думаю, цене страшно. Дракона на следующий ход не будет. Так, у него будет 3 маны, да? Мне больше всего Bone Crusher Giant тут не нравится. Мы через Эсика Черри отыграем, потом ставим Вайноту. На самом деле, на руке мы можем справиться со всем, кроме дракона. Но при таком количестве маны у оппонента... До дракона ему, как до Пекина раком. Мы на следующий ход ставим Вайноту. Уменьшим количество земель в колоде. И давайте, лотерея. О, нормально. Нормально. Не, ну даже если он блокирует Кенриса и Эсика Черриот, ему приходит 5, 6, 7, 8, 9. Ему 20 урона идет. Вот он умер. Жесть, Вайнота раздает, конечно. Самое страшное, это попасться на другую Вайноту. И чтобы ей лучше зашло, чем нам. Кстати, стрим сегодня, я не думаю, что будет очень долго.
Мне завтра. Чтобы в Star City Games поучаствовать в турнире, с ранья вставать. Я думаю, еще одну катку мы катанем. Бабле Маше. Это Йорио. Да, против ультиматума будет сейчас интересно сыграть этой войнотой. Капец, у него там прет. Капец, там маны уже. То есть на следующий ход будет 6 маны. Трындец. О, там голяк на руке, да? Потребуется вся мана, чтобы сыграть этот Extinction Event. Лишь бы не волка, кстати. О, нормально. Мы поставим спеллбайндера, он, наверное, сыграет Extinction Event, прибьет спеллбайндеров. Блин, тогда Jasper Sentinel не выживает. Эх, ну ладно. Вообще чисто технически через два хода он Киору может даже сыграть. Там еще один. Extinction Event. Смотри, знает, что надо убирать. Убрал волка, потому что знает, что против войнота играет. Чтобы не было триггера.
Окей, бабле маше. Окей. Бернинг Хэндс берем против Гаргароса. Поехали. Итак, итак. Элиминейт, окей. Храм. Рэмпинга пока не наблюдается у соперника. Давай, где твой Гаргарос? Чтоб мы его пылающими руками вынесли. Меньше вероятность подъема земель в следующие ходы. Котовозка. Что приятно, котовозка выживает при зачистке стола. А вот байндинг она не переживает. Ну это пофиг на самом деле. На свои ноты на следующий ход выходит. Миска скречений контрит, кстати. Ну там в одну ману нам войноту нет, контрспелят. Сначала собака, потом войнота. Shadow Verdict. Какой неприятный заклинаний.
Берем-ка культиватора. А то он нам земли будет блокировать наши. То есть пусть оппонент играет Shadows Verdict, чтобы прибить только спеллбайндера. Думаю, это не страшно. Вот то, что мы отложим культиватора до лучших времен, это приятно. Окей, на следующий ход убиваем оппонента. Да, товарищ Магнита, здравия желаю. Но я тут не сильно долго еще буду играть. Завтра рано вставать на, ну, турнир катать. Поэтому тут вот тестим деку. Новую. Как раз тут скоро Arena Open. Завтра с утра Star City Games турнир. Тут новая сборка Вайноты. Перед турниром решил покатать. Так, это я сейчас 6 партий ей тут сыграл. Блин, еще 4 партии на самом деле не хватает для формального такого количества, чтобы считать, что понимаю, как это играть колодой. Получилось ли продвинуться в турнирах дальше 3 побед? Нет, товарищ Магнитос, ровно 3 победы снова было в прошлую субботу. То есть 4 победы я бы проходил во второй день. Вот ровно одной победы не хватило в прошлую субботу. Ну, я 2 турнира откатал. Первый турнир 3 победы, 3 поражения. Второй турнир там вообще что-то совсем не пошло. Там всего 1 победа была. Ну, я там уже был уставший, видимо. Все-таки тяжело для меня 2 турнира в день катать. Я решил, что завтра 1 турнир утренний катаю. Вот, ну, будем завтра пробовать войнотой воевать. Как-то так. Ладно, поехали еще одну. Сыграем. Юшай. Ну, давайте тоже Малюган возьмем. Тут без белой маны совсем как-то грустно тут стартовать. Отвратительная рука. Еще хуже, чем предыдущие были. Ну, блин, с 4 картами стартовать это... Вообще не алё. Красно-синий. Предсказал, окей. Культивейт. Это какой-то рэмпинг. Вообще не понимаю, чем оппонент играет. На следующий ход Кенриса сможем влепить на стол. Нам хватает даже маны.
Неужели оппонент играет ультиматум, но который красно-синий-зеленый? Ну, который древний, этот приключенческий ультиматум. Вообще фиг пойми, чем там играю. Оппонент узрел мультивселенную. Ну, ему хватает на ультиматум. Stormz Wrath. Кого сделать выжившим? Давайте волка. Шарк Тайфун, окей. Все еще непонятно. А, ну вот, он пошел. Genesis Ultimatum. Да. Это был Genesis Ultimatum. Окей. Ладно, мы ждем следующего хода, и Blade Historia наставим на стол. И идем убивать. Культивейт. Окей. Это интересный вариант. Давайте так. Пять триггеров с войноты. Это мы сейчас пять существ на стол потенциально положим. Ну, если все получится. Оп. Ну сейчас будет лотерея. Нам нужно 5 кричей поднимать на стол. Поехали. Кенрис. Блэйд Хисториан. Повезло. Вот прям самые лучшие таб-деки, какие могли придумать.
Окей. Окей. Так, ультиматум, ультиматович. Ультиматум, ультиматумович. Мы точно берем Редейн. Больше я что-то ничего не хочу брать. Можно Редкап Милли взять, он наверняка там играет Terror of the Peaks. То есть это старый-старый ультиматум. Ну тут особо больше нечего брать. Можно Крон Вороден взять. Поехали. Думаю, мы поиграем с этим. Fire Prophecy в Джаспера Сентинела. Что не сильно страшно. Культивейт. Ну нам Спеллбайндера надо уже играть. Тормозить вот это все дело. Ультиматум, Fire Prophecy, Shark Typhoon. На Шарк Тайфун ему еще не хватает маны, да? Ну, с матом убираем. Еще культивейт. Нужно больше культивейтов. Да, мы на следующий ход Кенриса можем воткнуть. Я бы лучше Редейна воткнул. Чтобы он вообще никогда вот эту вот всю дичку не сыграл. Пойдет. Кенриш еще выживает от его Сторм с Враса. Что приятно.
Мы на Ридейн могли навешать один жетон Кенрисом, но мы бы не убивали оппонента. Одна жизнь или две жизни у него, это совершенно не важно. А так мы на стол много всего выставили. Окей, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 побед подряд сегодня войнотой. Не проигрывает.